Для меня, например, понятно, что это абсолютно враждебная акция в отношении России. Абсолютно враждебная. Выразить ее более враждебно, даже постараться можно было бы, не знаю как. Потому что ничего не доказано, абсолютно с голоса, ну и не буду повторяться. Поэтому на эту враждебность надо ответить тоже враждебно. Если ты не отвечаешь, значит, ну, тебя будет и дальше бить. Значит, кроме того, что нужно ответить симметрично, я считаю, что в отношениях со многими странами, которые поступили по отношению к нам таким образом, например, даже Украина та же, которая впереди паровоза, значит, побежала, там 13 наших дипломатических представителей выслала, значит, принять надо меры экономического характера. Там, где для нас это будет выгодно.